Всем привет! Этот выпуск будет посвящен бронетранспортеру БТР-60. Этот БТР был разработан в 1956-1959 годах и пришел на смену БТР-152. Серийное производство началось в 1960 году и продолжалось до 1987 года. Этот БТР обладал несвойственной для бронетранспортеров компоновкой с расположением отделения управления в лобовой, десантного в средней, а моторно-трансмиссионного в кормовой части машины. Штатный экипаж этой машины имел в составе 2 человек – командира машины и механика-водителя. Кроме них, БТР мог перевозить от 8 до 14 человек десанта, исходя из того, какая модификация. Данный БТР оснащался 2 6-цилиндровыми двигателями мощностью 90 лошадиных сил каждый. Скорость по шоссе насчитывала 80 км в час. Боевая масса составляла 9,9 тонн. В этом БТРе был применен водометный движитель для передвижения на плаву. Он был расположен в кормовой части машины под двигательной установкой. БТР также имел множество модификаций, из которых БТР-60ПА, БТР-60ПА-1, БТР-60МБ-1 и другие. За время производства, по разным данным, было выпущено от 10 до 25 тысяч машин. На видео показан БТР-60. Какие впечатления от этой машины у вас? Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!